Министерством инновационного развития принимаются эффективные меры по развитию научно-технической сферы. К примеру, в Центре передовых технологий организована встреча с участием изобретателей и изыскателей, о чем был диалог в репортаже моего коллеги. Допустим, вы изобрели что-то очень даже полезное в повседневной жизни, но не знаете, как внедрить его в жизнь, да и в целом получить прибыль. Мероприятие организовано впервые в новом формате. Диалог между новым министерством и Центром инновационного развития изобретателями дал ответ на все вопросы. На собрании, проведенном президентом 6 апреля 2018 года в Институте химии растительных веществ Академии наук Узбекистана, на министерство была возложена ответственность за коммерцию изобретений и разработок ученых. В этом направлении уже проведено множество успешных работ. Более 500 разработок проведены через экспертизу. Из них 92 были отобраны в качестве отвечающим требованиям сегодняшнего дня. Теперь еще 11 разработок будут инвестированы. Достигнуто подписание между авторами патентов и разработок соглашения с министерствами, а также организациями. На 4 из них уже есть покупатели из-за рубежа.